создать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Дать великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника.
Очень хорошо на игру читает, мастерски. Какой хороший перехват сейчас получился. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Какой хороший перехват сейчас получился. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения. Состав хозяев. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Великолепные условия для проведения.